Молодежь Джидинского района поведала о своих проблемах исполняющему обязанности главы Бурятии. По примерным данным, сегодня в Джиде проживает около 40 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Многие из них связывают свое будущее именно с районом. Однако молодежи нужно развиваться, а в районе даже своего спорткомплекса нет, чтобы проводить те же сборы, сетуют молодые джидинцы. К тому же молодежь нужно объединять, в первую очередь по интересам, а иначе она неизбежно будет делиться на плохих и хороших. Серьезно не относятся там, к виду спорта, они просто уничтожают стадионы, газоны, там это, сетки рвут. Ну просто они это, как бы сказать, несерьезно, да, относятся и все. Алексей Цыденов на этой встрече пообещал выделить 560 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря, а заодно поставил задачу Министерству спорта и молодежной политики разобраться в вопросе премирования действующих спортсменов Джиды. Тему возможностей для единения молодежи, исполняющей обязанности главы Бурятии, продолжил уже на встрече с представителями ТОСов района. Именно они сейчас строят спортзалы, детские площадки и стадионы. Но деньги им даются с большим трудом. Финансирование может быть, каким оно будет, и будет ли в дальнейшем увеличение этого финансирования. А так прекрасно, можно работать. Участники этой встречи с воодушевлением восприняли новость о том, что в Бурятии будет принят закон о ТОСах. Только в поселении Янхорское действует уже 5 территориальных общественных самоуправлений. С их появлением, говорят селяне, заметно снизился отток населения в город. Но что особенно важно, в ТОСах активно участвует молодежь.